И таких подходов на 190 килограмм я сделал 2. Привет, все трусы на связи. Нету раздутого. Было сегодня тренировка ног с тренером тяжелого пажа, все-таки 190 килограмм. Платформа. Я назад более 30 лет жил. Вот. Потом под конец делал более 30 смытий. В тренажере сидя более. Ну потом просто поднимал. Можно сказать, таз кверху, да, и получается тренировал голень. 4 круга. Нахуй ничего снимал. Вот так. Время 10 часов, еду домой, кушать мяско, ну и потом пить протеин, соответственно. Еще раз хочу сказать большое спасибо моему тренеру Михаилу Борисову, Алекс Фитнес, я снял, и срок то дом 5, Москва. Все, всем пока. Счастливо, до новых видео. Акцепт-рецепт. 7 декабря 2016 года. Пока. Пока. Еще раз хочу сказать большое спасибо моему персональному тренеру Михаилу Борисову, Алекс Фитнес, Москва, Ясенево, за тренировки, технику и правильное питание. Пользуйтесь услугами персонального тренера, если вы пришли в спортзал. Нет, но все-таки голень я, конечно, сегодня убил. Просто еле-еле иду. А сейчас автобусик дождемся, поедем до метро. Тяжело, просто тренировка сегодня была, как я уже раньше сказал. Фу, иду вообще в лоскаряку. Что-то давно такого не было. Ладно, всем счастливо. Еще раз. АЦ-3С. Я снимаю в Москву.